поддельные штыри. Ну, тут с маленьким ходом 75, а вот есть 200. Вот это уже реальная заявочка. Я бы хотел себе такое, чтобы по максимуму выдвигался. Но ценники, чуваки, вы просто посмотрите. 549 евро. 599 евро. Это просто безумие какое-то. Сидушки хромак. Ну, не знаю, на супер любителя на самом деле. Рули. Рули алюминиевые, рули карбоновые. Ну вот за карбоновый руль с хорошим подъемом вас попросят 175 евро. Ну вот так вот, будьте добры. Педали хромак, выносы, грипсы, колеса. Ну, такое, если честно. Защита прикольная. Такая мягенькая. Я бы такой бы покатал. Destrons 9, как они делают, начинают с болванки, вот так вот вытачивают такие вот втулочки. Тут очень крутые есть колеса. Ну вот, к примеру, вообще жирные. Или вот. Ну, ценники просто сумасшедшие. Из эндуро карбоновые колеса 2800 евро. А вот компания HT, на которой катается сам Гвин. Это реально уже интересно. Топталки просто огромнейшие. Миллиард цветов. Вот такие вот вообще прикольные есть. Но цены просто сумасшедшие. Ну, это типа топовые, магниевые, но все равно. А вот здесь вот самого Гвина. DH Race. Вот я не помню, он на X1? А, на X2 катает. На вот таких вот Гвин катает. О, это очень крутая. Да, но 269 евро за эти педали звучит как какой-то космический корабль. Стенд Туля. Но немцы настолько крутые, что не могут позволить себе распилить тачку напополам Audi A4 и сделать как демонстрацию крепления багажника. Вот как бы это же реальная машина, чуваки. Не, ну можно сделано... Да нет, это реальный металл. Крепление пофигу, но тачки жирно. Вот такие детские коляски. В Европе это очень распространенная тема, и все катаются с такими штуками сзади. Велосипедный такой бокс, но сделан так себе. Я хочу посмотреть, как выглядит ивоковский. Есть такое еще, но это полное какое-то корыто такое, не знаю. Очень тяжелая крышка. Я не уверен, что это очень практично. И кресло с таким вот прикольным пенопластовым. Пенопластовой основой. И не все такие. Вот это реально не стрёмное кресло посадить ребенка сзади с такую штуку. В отличие от того, что китайцы предлагают. Боже, это ж корыто смерти. Но это хоть выглядит очень здорово. Такое же и ребенка не страшно посадить. Ну, такой ремень, тут вообще седло, как ковши, знаете, такие спортивные на тачках. Но очень круто выглядит вообще. Тут вообще так мягко-мягко. Реально прикольно. Выглядит уже на байке в целом. И можно еще спереди. Такая мягкая штука. Можно еще спереди. То есть можно двоих щилдеров катать. О, господи, тут даже как на мотоцикле защита еще есть. Ну вообще. Не хватает электропривода здесь. Stand Velo. Это фирма, которая делает практически всем седла. Абсолютно всем конторам делает фирма Velo. Ну, не всем, конечно. Есть физики, там, села Италия. Но 90%, наверное, седел в мире делает Velo. Любую сидушку переверните, там будет сзади Velo написано. Ну вот у них есть хорошая моделька, карбоновая вот такая, адски легкая. Я не знаю, сколько она стоит, но выглядит очень круто вообще. Прикольно выглядит. Но у них прайс, чуваки, очень, очень божественный. Giro Montaro, если я правильно понял модель. Сейчас все используют технологию MIPS. Абсолютно все шлемы, я не помню, кто ее запатентовал, но во всех школах есть технология, это очень круто. Ну и сам шлем, не знаю, очень красиво выглядит. Наверное, единственный шлем такой из всех, что я здесь видел, который реально симпатичный. Ну, из тех брендов, которые мы видели. И он очень легкий. Куча контор, которые начинают делать двигатели, аккумуляторы, бортовые компьютеры. Все. Вот. Это все целый павильон китайских брендов, которые делают вот такие вот штуки. Аналоги Bosch, Yamaha. Ну, конечно, дешевле в 1000 раз. Наверное, это один из самых топовых Центурионов. Ну, не знаю, честно, ребят. Спорное мнение. Хотя нет, там Z.
ну, приятно, что швы заполированные, такая матовая краска. Вот это вот реально красиво. Во всем остальном я пока не совсем понимаю этот бренд. Наверное, за его невысокой цены, наверное, его любят. Не знаю, как они велики едут, может быть, они божественно едут. Думаю, именно на тест каком-нибудь я надгребу себе Центурион. Но с виду это обычный типичный бренд, без каких-то особых идей и инноваций. Кто-то очень хорошо потрудился. Мне кажется, его специально засрали в говно, чтобы выглядел поэффектней. Николай, их кто не узнал. Секс в чистом виде. Стэн Хоу. Клиперы вообще безумные. Фреза, все фрезерованное. Зажимчики, у меня такой был даже зажимчик. Рулевые, выноса, короны такие вот модные, интегрированные. О, кассеты, которые они начали уже делать. 48, 44 ролики. Успокоители, звезды, хоу. Шатуны, ну это было давно все. О, педали, вот это уже реально интересненько. Блин, как они круто сделаны, чуваки. Я вам не могу передать словами. Эти шипы, которые просто страшнющие. Блин, очень круто сделано педали. Вот выбор, либо Race Face, либо Hope. О, я бы да, уже начали Hope делать. И широкие. Втулочки, ну втулочки, да. Втулочки были у них. А вот полностью на Hope собранный. Байк Hope. Hope собран на Hope. Вот это звук. Педали жесть. Блин, карбоновая полностью рама. Это, по-моему, еще прототип. Они еще, насколько я проинформирован, не выпускают. Хотя, может быть, уже выпускают. Но не видел еще их так в свободе. Видел, что только тестируют. Карбоновая руль. Ну, карбоновый руль, честно, так себе. Других брендов это выглядит поинтереснее. Тормоза вообще космически выглядят. Ну, нифига не тормозят, но выглядят очень круто. Они, конечно же, реинкарнировали свой тормоз, шестипоршневой, с таким вот ротором, не знаю, как он сейчас называется, раньше назывался Moto M6. Это V4 это сейчас называется. А, ну вот, он не двухсосной, видите, с двух частей. Стенд компании Novatec. Карбоновые колеса начали делать уже не первый год они. Хороший такой звук, приятный маленький градус хода, но втулки по-прежнему страшные. Просто посмотрите на этот металл. Ужас. Все карбоновое, да, полностью, но широченные, просто ужас. Просто огромнейшие. 32 миллиметра. 32, я не знаю сколько это. Тоже 32 миллиметра. А вот и втулки Novatec. Абсолютно ничего нового я тут не вижу. Все старое абсолютно. Вот они 500 тысяч лет существуют, и 500 тысяч лет это абсолютно одинаковые втулки. Может быть, какие-то есть там новенькие, но выглядят они все ужасненько. С фланцами какими-то странными. Вот это корчужни, чуваки, я вам отвечаю. Только фишка в том, что они с электроприводом. Ох, вот такой с бардачком. О, люди. На Боше. Вот это за пивасом ездит, да, чувак? На электроприводе. Аккумулятор стоит здесь снизу. Не знаю, очень прикольные штуки. Они стоят миллиард денег, но очень круто выглядит, не знаю. Стопудово ручками все рисуют. Ceramic Speed, контора, которая делает вот такие вот лапки с такими огромными роликами, алюминиевыми на промах. Я вообще не знаю, имеет ли это какой-то здравый смысл. Я, честно, не могу понять, зачем это надо. Вот есть, кстати, стенд с такими вот роликами какой-то. Не знаю. Ну вот. Ну, я не знаю, зачем это нужно. ДХ байк от тайванцев. Святые угодники. Стерли, родоначальник фэтов. Именно эта фирма первая сделала фэтбайки. А уж потом все засранцы начали их копировать. Вот так вот выглядит фэтбайк изначально. Вот они, трушные чуваки. Вот они, трушные колесницы.
Вот такие вот байки у них, вот с таким вот креплением под пойло. Respace, сумки. Surly, все Surly. Ну вот так это вот изначально должно было выглядеть, как фэтбайк. Не знаю, что за контора, но инсталляция очень крутая. А, они делают для Autodora сумочки, я понял. Но очень круто выглядит. Вообще, у чуваков тут такой лаунж. О, вилочки, вот это уже интересно. King Creek вилочка, это круто, наверное. Амор с блокировочкой, с выносной. Амор-то хороший King Creek, а вот с вилочками будет интересно посмотреть, что у них получилось. Амортизаторы. О, как у меня, дабл баррел. И вот воздушный Air. Рулевые их хитренькие, которые могут менять угол рулевой и с разным градусом. Делают какие-то сумасшедшие подсидельные штыри. Просто жесть. Все верный своему болотному цвету. Своим классическим звездам. Новое, я не знаю, что тут можно увидеть. Грипсы прикольные, но толстых нету грипс. Хотелось бы же видеть толстые. Тьма рулей. Это же радует. 780 мм, 225 грамм. Вот такой вот карбоновый руль. 800 мм, 225 грамм, 35-й подъем. Кстати, вот как у меня. Подъем, но руль там не Respace. Стенд ДВО. Не знаю, пробовал одну вилку ДВО, двухкороночку. Мне не понравилось, как работает. Как работают эти вилки, еще не знаю. Все божатся на эти вилки в Европе. Говорят, это очень круто. Ну, не знаю, ребят. Вот, по факту и двухкороночкой. А вот, чуваки, стенд для богачей. Крис Кин. А это для кофе, кстати, они делают такие штуки. Ну, отрамбовать было. Крис Кинг — это качество, это бренд, и это очень дорого, очень дорого. Фирма E13. Шатуны просто огроменные, но они вообще ничего не весят, чуваки! Вообще, господи, они такие огромные, но они не весят ничего. Вообще ничего. Ну, 409 грамм весит комплект шатунов с кареткой, я так понимаю, даже. О, они вообще легкие. Боже, это вообще ничего не весит. Офигеть. Блин, они вообще не весят ничего. Ну, я не могу на камеру передать, но поверьте мне, это вообще, я легче еще систему, по-моему, в руках не держал. Процесс изготовления. Видите, с такого блина получается такая звезда, и потом еще не фрезеровывается. Байк Грина. Покрышки E13. G1. Вот еще одна система. LG1R, это на таких катается Гвин, если я не ошибаюсь. Он на LG1 катает, да. Ну, вообще легкая, просто жесть. А вот кассета ихняя. На 7 звезд? 3-6, да, на 7 звезд. Прикольно. Вот такие стоят у Гвина на байке. Гвина, но уже на стенде покрышки фирмы Onza, на которой он катает, на которой он выигрывает вообще все в своей жизни. Ребята очень круто подняли за счет Гвина. Не могу ничего сказать, судя по одному виду, сложно что-то сказать по крышкам. На них, конечно, надо попробовать покататься. Но я не знаю, где их вообще добыть. Ну вот, это вот покрышечка Гвина. Кстати, довольно-таки легкая. Но тоненькие бока, очень тонкие. Куча компаунов у них есть, 65-й, 55-й, 45-й, даже 40-й есть. Итак, мы ходили в поисках бухла и халявной хавки. Субтитры сделал DimaTorzok.